Так, посмотрим, видно грушу. Видно. А меня не видно. Так, ладно, вот так придется стать. Сегодня следующий урок по тренировке плеч. Бьем тупо грушу раз 100. И посмотрите на динамику, как начинаются удары и как заканчиваются. То есть скорость, силу, выкид руки. Почему? Потому что просто тупо плечи, руки устают. Ну, смотрите, делаем в таком среднем темпе, не спеша. Так, стой, не крутись. Раз каждой рукой. Дальше еще 50. Меняем теперь правой. Ну, для меня грушка низковата. В общем, это разминка 50 левой, 50 правой. Потихонечку разминаем. И сейчас пойдут боковые. Только уже на другой груше, на той. Это будет закрывать. О, вот так вот. Более-менее видно. Рука уже отваливается. 50 на правую, еще 50 на левую. Боковые.
Вот и палим адреналин. Ну, смотрите, что я делаю. Я закачиваю руки, закачиваю плечи. А после пищевого синдрома, кто не знает, летом у меня ужасно болело плечо. Не мог даже на нем спать. И кто видел мои первые тренировки, когда я от боли еле бил по груши. И сейчас я луплю, ну так, на процентов 50-60, боли нету. Но это пока разминка. Это вот первый подход. Как-то так. Сейчас отдохну и пойдем дальше. Более акцентированные удары, более сильные, чтобы не свернуть кисть. Левая рука у меня два раза ломанная, поэтому техника левой отличается от здоровой правой. Вот и все, еще плечо левое было больное. Ставьте лайки, бейте по груши. Полейте адреналин.